В нашем городе действует 26 волонтерских объединений. О своей работе добровольцы рассказали на празднике, который приурочили ко Всемирному дню волонтера. Также ребята пообщались с Аликом Кималовым, волонтером Олимпиады в Сочи, международным тренером проекта Dance for Life. Это организация, работающая по всему миру для сохранения репродуктивного здоровья молодежи и профилактики ВИЧ. Алик рассказал о том, как начинал свой путь в волонтерстве и дал советы юным добровольцам. Если вы сами для себя ответите на вопрос, зачем вы что-то делаете, вы тем самым будете изменять проблемы, которые, может быть, вы видите во всей стране вокруг вас. Важно помнить о том, что все-таки исключительно от вас самих, от вашего счастья зависит то, насколько вы эффективны будете и в вашей работе, и то, как вы эффективно будете помогать другим людям. Также на празднике наградили победителей конкурса на лучшую научно-методическую разработку по пропаганде здорового образа жизни. Заслуженные дипломы получили представители добровольческих объединений за свои проекты. В номинации «Инклюзивное волонтерство» награду завоевал ученик 10-й школы Артем Белавин. Наш проект «Твори добро» заключается в том, что мы помогаем детям-инвалидам. Мы на уроках технологии изготавливаем товары народного потребления, потом это все реализуется на благотворительных ярмарках. Ну и собранные средства отправляются на помощь детям-инвалидам. Волонтерство, помимо новых знаний, опыта и интересных знакомств, дает молодому человеку море положительных эмоций. В его планах расширить рамки своей добровольческой деятельности и присоединиться к другим проектам. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.